Здравствуйте, зовут меня Елена Расщупкина, и сегодня я вам помогу разобраться, в чем особенность модели лопат PIPS серии C. В серии C есть две модели, это C660 и C720. Цифры в названии модели говорят о весе лопаты. В руках у меня моделька более тяжелая, C720. Значительная особенность этой лопаты – это большой совок. В модели C660 совок более маленький. Материал изготовления лопаты – это авиационный алюминий, то есть лопата очень прочная, очень легкая. Совок у нас имеет небольшое заострение по краю, позволяющее нам колоть слежавшийся снег, лед. Лопата у нас имеет телескопическую ручку. Ручка имеет овальный профиль. Такой профиль не позволяет лопате прокручиваться во время работы. Также лопата имеет наклейку в виде наждачки, также позволяющую лопату крепко держать, чтобы она не прокручивалась во время работы. Также в названии у нас присутствует буква C. Это говорит о профиле ручки. Профиль ручки C-образный. Такую ручку удобно держать как в варежках, так и в перчатках. Также особенность этой лопаты, ее можно отрегулировать как под правую, так и под левую руку. То есть в зависимости от того, правша вы или левша, вы можете лопату отрегулировать под себя. Сейчас у меня лопата собрана в таком классическом варианте для копания. Также на совке у нас для ножного упора есть небольшие зазубрины, чтобы нога у нас не соскакивала. То есть когда мы проводим спасательную операцию, спасатель, который копает непосредственно около щупа, он копает лопатой в классическом положении. Если у нас в откапывании участвует несколько человек, то наиближайший к щупу копает в классическом положении. Нижний по склону спасатель должен этот снег лишний отгребать. Для того, чтобы быстро отгребать снег, такое положение называется мотыга. И нижний спасатель, который участвует в спасении, он этот снег быстро отгребает. Также такое положение лопаты очень удобно для выкапывания пещер. То есть, когда у нас какое-то альпинистское восхождение, и нам нужно откопать себе для ночевки пещеру, в таком положении очень удобно сгребать снег крыши. Одно из основных плюсов лопат PIPS всех моделей – это система быстрого закрывания. То есть в экстренной ситуации, когда нам нужно быстро собрать лопату для откапывания пострадавшего, то есть нам не нужно будет нажимать никакие кнопки, достаточно вставить ручку в совок и произойдет фиксация. То есть никакие кнопки мы не нажимаем в панике. То есть у нас, еще раз покажу, и лопата готова к быстрому поиску пострадавших. Эта лопата имеет очень полезную в горах опцию, то есть если мы провели благополучно спасательную операцию, вытаскиваем древко и открываем банку пива. То есть здесь у нас встроенная открывашка. Помимо этой лопаты в коллекции PIP присутствуют и всеми любимые классические модели, о которых я вам сейчас расскажу. Здесь у меня представлены классические модели лопат PIPS. Это моделька Tour. Она идет в двух вариациях Tour, Tour T. Буква T говорит о телескопической ручке. Лопата Racer, также она в двух вариациях есть. Racer, Racer T с телескопической ручкой. И лопата Pro Plus, она комплектуется пилой. Об этом мы сейчас расскажем поподробнее. В чем особенность классической лопаты Tour? Эта лопата была Best in Test во всех европейских и американских тестах. И, собственно, опытом могу сказать, что данную лопату мы продаем уже 6 лет, и не было ни одного обращения по браку. То есть лопата, несмотря на свою простоту, очень-очень прочная. А лопата изготовлена из авиационного алюминия, имеет овальную ручку с защитой от проскальзывания. А верхняя часть ручки у нас Т-образная, то есть такой ручкой удобно работать как в варежках, так и в перчатках. И также особенность лопат PIPS – это система быстрой сборки. То есть в экстренной ситуации, когда нам нужно собрать лопату, нам не нужно нажимать перчатками-варежками никаких кнопок, достаточно вставить древко в совок, произойдет автоматическая фиксация. Рассмотрим модель Racer T. Это облегченная лопата. Мы видим, что ее совок уже более компактный, чем моделька Tour. Лопата также имеет систему быстрой сборки, то есть без нажимания кнопок, достаточно вставить древко в совок. Профиль ручки овальный, который не позволяет ей прокручиваться во время работы, телескопическая ручка и Т-образное завершение, позволяющее работать как в варежках, так и в перчатках. И такой вариант для гидов и снегоходчиков. Лопата с большим совком, позволяющая быстро расчистить место для вертолета, быстро провести спасательную операцию, быстро откопать свой снегоход. Также у нас система быстрой сборки без нажимания кнопок. Ручка телескопическая, овальная, с защитой от проскальзывания. Сверху ручка у нас Т-образная. И особенность этой модели – это
встроенная стальная пила. Данная пила не относится к профессиональным пилам, которые используют профессиональные гиды и лавинщики, но она достаточно функциональна и достаточно прочная, с острыми зубьями. Эти лопаты можно использовать не только для спасения пострадавших в лавине, не только для построения трамплинов, их также можно использовать для откапывания машины в снегопады. Поэтому подготовьтесь к снегопадам заранее, чтобы они для вас не были неожиданностью. Экипируйте свою любимую машину замечательной лопатой. А если вы катаетесь в нетрасс, то наличие лопаты просто жизненно необходимо. Невозможно откопать пострадавшего ни лыжами, ни руками, ни шлемом. Лавинный снег достаточно быстро слеживается, и чтобы эффективно провести спасательную операцию, не забывайте о том, что нужна лопата. Ждем вас за лопатами в нашем магазине.